Thank you.
Вернуть ему же, Михаил, и нет вариантов обострения, сейчас вынужден отыгрывать назад Сергею Алборову. Ну и вот сейчас, может быть, и правильно, надо успокоиться немножко сборной России, взять мяч под контроль и не ошибаться, так как сейчас Алексей Смирнов, играющий тренер нашей сборной, едва не подарил мяч Леотатису, но слишком сильная была передача, чтобы перехватил ее 10-й номер сборной Кипра. Алборов вступает в отбор, здорово, еще раз здорово играет Сергей, Максим Ковальчук должен успеть. Постарался, сделал все, что мог в подкате, сыграл, но мяч все-таки не смог он остановить на линии. Отряхивает локоть. Впрочем, крошки здесь на поле нет. Вообще о поле нужно отдельные пару слов сказать, хотя на самом деле можно поэму целую писать, и она будет довольно грустной, если не трагичной. Потому что здесь момент сейчас, может быть, Меркулов пьет! Спасают сейчас голкипер! Вот воспользовались мы подарком. Yeah.
Разная противоречивая информация мне поступает. Вот у нас интерактив такой подсказывает мне из Москвы, что меня не слышат. Правда, мои черногорские коллеги говорят, что звук есть. Если вы смотрите нашу трансляцию, ну вот, уже подсказывают, что звук все-таки есть. Я не буду с самого начала начинать, если вдруг меня не слышали. Ну что ж, в записи в любом случае все будет. У нас тяжелый старт игры. Продолжает Кипр пытаться давить на нашу сборную. В любом случае проблемы мы решили. Надеюсь, что и сборная России сейчас некоторые игровые проблемы, которые есть, решит. Но Кипр продолжает наседать. И зарабатывает угловой. Ну, здесь ауты опаснее угловых. Даже Дмитрий Смирнов на теории говорил своим подопечным, что вот здесь нужно в зеркальном отображении действовать по сравнению с привычным ЛФЛ-овским форматом. Если ты не можешь сохранить мяч для своей команды, сохранить его в поле, обычно в футболе стараются уходящий мяч за лицевую линию отправить за боковую. Здесь наоборот, уходящий мяч за боковую лучше отправить за лицевую, чтобы вместо аута был угловой. Тем временем у нас уже 8 минут прошло, 0-0. Моменты были у обеих команд. У нас, кстати, замена тут прошла. Пока мы решали вопрос с тем, слышно меня или нет. Дмитрий Радников вышел на поле, сейчас он перехватывает. Вместо Максима Ковальчука как раз вышел. Лихобабенко на Радникова, удар головой, не получается. И здесь уже пожарит откровенно голкипер сборной Кипра. На мой взгляд, Фармакида смог спокойно поймать этот мяч. Он сыграл кулаком, выбил его в аут. И поэтому мяч у сборной России. Меркулов снова на Радникова. Радников будет прострел, Меркулов не попадает по мячу. Сейчас Михаил. Это был бы гол. Это был бы гол. Ну что ж, ничего страшного. Михаил не сразу начал забивать. И на прошлом мини-евро смотрим еще раз момент. Ну, здесь, конечно, мог он и Фармакидеса попасть. Но если бы направил мяч в левый от себя угол, конечно, уже сидевший на коленях голкипер кипрской сборной не спас бы. Алексей Смирнов головой после игры головой Михаила Меркулова. Алборов. Снова Меркулов. По сравнению со стартом мини-евро в Греции, на самом деле, одно изменение было. Вместо Марата Махмутова играл Валерий Лихобабенко. Но, правда, не по позиции. Дело в том, что тогда Алборов и Меркулов по защите начинали. Сегодня Алборов играл в защите и играет до сих пор. Кипр на своей половине поля опасается, конечно, на сборную России. Ну, а сборная России не спешит. В общем-то, наверное, спешить не надо, если вспомнить, как начинался прошлый турнир. Момент Радников! Ну как же так? Дмитрий, это был его гол. Мы так и называем, когда комментируем матчи Западной премьер-лиги, гол имени Дмитрия Радникова. Вот так, на дальней штанге, в пустые ворота. Тут он, правда, набегал на мяч, и неудобно ему было с правой бить с левой. Почему не попробовать? Ну, ничего. Первый момент, все-таки Дмитрий не играл на прошлом чемпионате Европы. А несмотря на весь опыт, несмотря на то, что он тренирует детей, и богатый вообще имеет футбольный опыт, опыт работы в футболе, все-таки это, конечно же, это первый для него чемпионат Европы. И он открывает счет в матче, используя передачу Алексея Смирнова на 17-й минуте. Дмитрий Радников, футбольный клуб «Барс», Москва, забивает. Такой хоккейный гол, настоящий deflected shot, это называют в НХЛ, подправил наброс на ворота Алексея Смирнова, то, что надо, забыли его защитники. И, пожалуйста, никаких шансов у Фармакидеса, все здорово сделал Радников, 1-0, Россия впереди. Тут же еще замены вместо Меркулова Андрей Халимошкин. Первый футболист, полевой футболист не из Авкобарса, первый полевой футболист не из Москвы. Представляет он команду МФЛ Курск. Очень техничный футболист, неординарный. И как раз вот он и является таким дублером Меркулова. Похож он по стилю игры. Не
Полный клон, конечно же, но клоны и не нужны в сборной России. Разве что, наверное, Алборов и Павленко, но таких футболистов чем больше, тем лучше. И то, конечно же, и у них свои особенности. Халимошкин с помощью Ратникова мяч перехватывает. Проходит по флангу, бьет. Андрей, там ждали паса футболисты Кипра, но бить-то, может быть, и не слишком удобно было, но и пас перехватили бы. Немножко о результатах матчей, которые были здесь сыграны. Хотя нет, давайте, знаете, в перерыве о них поговорим, потому что не буду я уходить на этот самый перерыв. У нас 45 минут матча вместе как раз с паузой. Это совсем немного, будет о чем поговорить. Вот я расскажу, как уже здесь начался турнир, если вы не смотрели предыдущие трансляции. Хоть и без моего комментария, но возможность посмотреть их была. Кипр на нашей половине поля. Успокоилась сборная России, это видно, но тут главное уже такой излишней успокоенности избежать. Сейчас падал также вышедший на замену у Кипра Неофитос Теодору. Проводит киприоты, естественно, замену. Тут и Сава Савидес появился, я вижу. И другие футболисты. Конечно, никого пенальти не было, здесь Ратников не успеет к мячу. Парамакидес будет на нем первый. Я вот начал говорить, как начинался предыдущий мини-евро. Там, правда, мы с Германией играли. 1-0 выиграли. Александр Панов после такого откровенного привоза немца забил минуты за две до финального свистка. А здесь момент. Халимошкин вырезает. И едва не будет. И после ворота не срезают футболисты Кипра. Требует сейчас наш штаб пенальти. Пенальти не ставят. Не буду я сейчас оценить этот эпизод, по крайней мере, до того, как повтор не увижу. А здесь подкат от Халимошкина. Тактически могли бы и желтую предъявить, но англичане, они и есть англичане, и они не ставят здесь ни пенальти, ни желтой карточки. Честно, я вам скажу, что мне кажется, пенальти не было. Дмитрий Ратников умеет упасть. Я об этом говорю во время московских трансляций. Почему об этом не сказать и сейчас? Халимошкин. Ратников. В углу площадки. Халимошкин набегает в центр. Ну и Дмитрий выбирает лучшее, пожалуй, решение в данной ситуации, зарабатывает угловой, потому что все равно некому там было отдавать. Киприану возвращается у Кипра на поле. Савидеса он поменял. У киприота всего 10 человек в заявке. У нас Халимошкин бьет штанга! Какой момент! Разыгрывал Эль Хабабенко угловой. Угловые тоже опасны. Не только ауты. Кстати, вот сейчас вы видели крупным планом спину Андрея Халимошкина. Георгиевская ленточка у нас теперь на форме. И вообще, георгиевская лента – это символ лента, говорю, потому что у нас огромный 10-метровая лента. У нас есть Ратников, еще момент! Ну как же сейчас не забивает Дмитрий. Нужен второй мяч, потому что преимущество сборной России в классе сейчас стало очевидно проглядываться и превратилось в преимущество по игре. Но его надо реализовывать. Лихобабенко, Ратников, и опять свой гол Ратников не забивает. Вот не совсем свой он забил, а свой нет, потому что спас Фарамакидис сейчас. Здорово сыграл голкипер сборной Кипра. Но еще один угловой. Да и, наверное, поэтому Ратникова не меняют. Уж очень он хорош. Пусть не забил пару моментов, но открывается здорово. И эти моменты самые имеют один за другим. Я думаю, что следующим Александр Панов появится из нападающих сборной России на поле. Но пока он не появляется. Пока замена будет у сборной Кипра. Зато Россия, наверное, вы тоже слышите. А пока Панайотис Евангелу меняет Неофитоса Абраматиса. Евангелу сразу же получает мяч, обрабатывает грудью, скидывает Дмитрию Ратникову. Тот на Лихобабенко. Бить неудобно, потому что мяч под правую лег. У Валерия все-таки ярко выраженная левая нога. Основная, родная. Алборов хорош. Хорош еще раз Сергей Алборов. И его тоже именно поэтому не меняют. Вот на прошлом мини-евро Марат Махмутов был четко основным. Сейчас ситуация иная. Есть еще Максим Ходин, очень цепкий защитник, но вот в пользу опытных бойцов, опытных именно в плане этого турнира, в плане чемпионата Европы, под эгидой ЕМФ, сделал на первых минутах ставку Дмитрий Смирнов, поэтому не Ходин, не появился ни еще один футболист из Санкт-Петербургского Золотого Константина Анисимов, а здесь Ратников свой гол забьет. Первая игровая передача Валерия Лихобабенко, и на 16-й минуте Дмитрий Ратников, вот он именно такой фирменный гол, и замена у нас, мы говорили про то, что Халимошкин таким дублером Меркула является, а вот Константин Анисимов является дублером Валерия Лихобабенко, именно он появляется на поле 50-м номером, пока вы смотрите повтор, мы здесь нарисовали все как по учебнику. Футболисты сборной России очень легко, Кипру тяжело, нам хорошо. Константин Анисимов представляет футбольный клуб «Золотой», и момент, бил сейчас Леотадис. Я рискну предположить, рискну даже утверждать, у нас Александр Панов сейчас меняет как раз Ратникова.
Я рискну утверждать, что Константин Анисимов является самым техничным футболистом сборной России. И я думаю, что его финты мы еще увидим здесь не один раз. Главное, чтобы он не занервничал. Впрочем, Константин как раз такой человек, который чувствует себя достаточно органично в любом матче. Обычно пока Алексей Ульянов на ваших экранах блестит от пота лоб нашего голкипера. Халимошкин с фаном накрывает, и удар не получается у Александра. Вот сейчас покрытие помешало. Жуют мяч футболисты, жует покрытие мяч, потому что, ну, не самое оно удобное, очень травматичное. Голеностопы, колени, для всего этого очень-очень опасное покрытие. Будем надеяться, что наши футболисты, да и вообще все остальные, избегут повреждений. Полностью контролирует сборная России сейчас игру. Анисимов, я назвал его самым техничным, сейчас он мяч не смог принять, но мяч был, правда, верховой, такой не самый удобный. Но мог бы Казатин с ним справиться. А здесь Леотатис будет бить мимо ближнего угла. Не опасно, хотя опасно было по тому, как атака развивалась. Михаил Меркулов меняет Халимошкина. Хорошо, свой отрезок Андрей отработал. Ну и Михаил входит в игру. Михаил Меркулов до последнего не знал, будет ли он играть в этом турнире. Анисимов бьет и забивает! С передачи Александра Панова Константин Анисимов, пожалуйста! Первое действие было не очень удачным. Зато вторым он вогнал мяч сейчас в ворота. После скидки Панова. Блестящий гол от Константина Анисимова. В первой же смене он на чемпионате Европы отличается. Киприоты сейчас вводят мяч назад, а не вперед. И Беннон, английский арбитр, заставляет их повторить розыгрыш. В такой ситуации, конечно, сейчас сборной Кипра не позавидуешь. Ну, а с другой стороны, можно раскрепоститься. Впрочем, я бы не сказал, что были зажаты наши соперники сегодня. Алборов провожает мяч за лицевую. Ну и у нас для сборной России ситуация отменная. Можно сейчас поротировать состав. Но, правда, вряд ли до перерыва это будет делать Дмитрий Смирнов. А вот затем, возможно, даст почувствовать вкус турнира всем футболистам. Ситуация к этому располагает. Ведь не играли Махмутов, Павленко, люди, которые большую роль играли на предыдущем мини-евро. Угловой разрабатывает сейчас Леотатис. А так вот, я начал Михаиле Меркулове. У него было повреждение, он получил его в четвертьфинале Кубка России. Очень серьезное повреждение, там было подозрение на надрыв связки голеностопа. Обошлось, но долго он не играл и дебютировал в ЛФЛ заново в последний день перед отъездом. В матче, который Кабарс в Лиге Чемпионов вступил. 0-6 в беде, вот так получилось. А сейчас Михаил Меркулов, хотел я сказать, делает голевую передачу. В общем, он ее делал. Немножко не получилось у Константина Анисимова построиться под этот пас. И воткнул бы он мяч в пустые ворота. Но, наверное, может и правильно, что не стал, не думая о своем здоровье, Константин, лететь на этот мяч. Счет 3-0, покрытие очень тяжелое. Еще раз говорю, а здесь привозит Алексей Смирнов. Леотатис спасает Ульянов. Мяч отскакивает Смирнова и едва не отскакивает от его головы в ворота. Вот так не надо. Сейчас в этом матче, конечно, можем себе такое позволить. Но, правда, Дмитрий Смирнов за это накажет. И сейчас, похоже, Алексей Смирнов и будет наказан. Потому что Марат Махмутов подошел как раз в зону замены. Дмитрий Смирнов предупреждал, что будет наказывать за ошибки. Вот такие непростительные. А действительно, Алексей сейчас, особенно для своего опыта, для своего статуса в команде, ошибся как не должен был делать. Удар сейчас Киприану по воротам. Ну, Киприану или Леотатис? Леотатис Киприану. Так вот мы вдвоем все угрозы практически и пытаются у наших ворот организовать. Ну и, наверное, уже во втором тайме появится Махмутов, потому что остается 5 секунд до перерыва. Не знаю, будет ли добавлено время. Если будет, то не будет его много. Стекло. Время основное. Алексей Ульянов никуда не спешит, потому что замена проходит. Если бы был второй тайм, можно было бы сказать, под премиальный Марат Махмутов выходит. Впрочем, здесь, кстати, ни о каких премиальных речи не идет. Все играют за свою страну исключительно. Махмутов сразу же, отличная передача. Оно вбило, безусловно, у него не получился. Не получилось, как он задумал, нанести удар, но все сделал он правильно. И как здорово Махмутов пошел в игру. Но от Марата-то никакого волнения ожидать не стоило. Сейчас я видел, он улыбается. Как раз, по-моему, ему под премиальные там и говорили, что он выходит на поле. Хорошее настроение у сборной России, безусловно. Сейчас Дмитрий Смирнов собирает футболистов около себя. Пока он это делает, давайте я вам все-таки расскажу о том, как проходит этот турнир. У нас на сегодня перерыв в Сапоре лучших моментов. Непростое начало игры. Вот после Сапора мы говорим о первых матчах турнира. Непростое начало игры. Киприоты
были хороши, но постепенно сборная России успокоилась. Выход Дмитрия Ратникова. Очень много из них, хотя Максим очень здорово поработал свой отрез. Как раз первый гол забивает нереализованного момента, потом еще один он не реализует. Ну, а затем дубль. Дмитрий. Еще у нас моменты были, их было достаточно. Здесь завалилось, конечно, надежда на пенальти. Почему нет? Пенальти, кстати, не было еще на этом турнире, хотя в матче. Матч, в котором Хорватия играла в финале, я бы не назначил, но я не арбитр, но это все было очевидно. В первом тайме ворота итальянцев поставили точку, еще не только пользу в квадре отзора. Но все-таки хорваты в втором тайме нажали, а они увидели второй гол. Дмитрия Ратникова, вот так я начал уже говорить, немножко о матче, которые состоялись. Собственно, игра Хорватии-Италия была непосредственно прямо перед нашей встречей. Гол, кстати, начался. Вот так вот, счет 3-0. Завершается первый тайм. Итак, матч открытый. Черногория, Шотландия. Черногория — это, по сути, та же команда, которую мы обыграли в четвертьфинале с тем же лидером Гораном Дробником, который сегодня две голевые передачи не смог забить. Время масса моментов. Очень нервничали черногорцы перед своей трибуной. Первый матч, матч открытия. Вели 1-0, пустили два мяча. И по той игре, какую демонстрировали, хотя должны были кто-то забивать, могли не вовсе не выиграть, могли даже уступить, но все-таки вырвали победу в втором тайме, победили 3-2. Группы Д. И второй матч не состоялся. Там же представлены Израиль и Молдавия. Молдавия небольшое преимущество имели. У них серьезная команда остановилась. Молдавию выиграли в 8 полов в прошлом году. Израиль приехал с тем же составом. Большое было преимущество Молдавии. Быстрый гол забили. Союзная республика. Но в втором тайме почему-то вместо того, чтобы так надежно сыграть в обороне, полетели незаглядно добивать соперника и получили контратаку, в которой поразили собственные ворота сами. Но просто по истечении 40 минут игры, вот на последней секунде, аут, удар головой, и Молдавия вырывает победу. Там, правда, еще минуты арбитры добавили после этого, но ничего, не сумел. Испания, обновленный состав Чехии после прошлогодней неудачи в Чехии, которые до того всегда были медали на европейских чемпионатах. Очень серьезный перспективный состав. Практически никого нет из прошлогоднего ростера, но испанцы, которые набрали, не скажу сейчас, сколько очков набрали, но совсем не вышли из группы, причем не вышли из-за совершенно выпиющего вместе матча Казахстана. Словения, в котором Казахстан был 3-1, получил два ударения в пенальти, там было не по делу. Он остался на первом месте, а вот Словения обогнала Испанию и вышла. Сейчас испанцы закрепились, показали отличный футбол, выиграли 3-0 у чехов. Футбол был все равно привязан в первом тайме, а гол Казахстана во втором. Ну и прямо перед нашим матчем Хорватия обыграла 2-1 в Италию. Уже команды на поле, хотя бы еще минута до конца перерыва, но я так понимаю, что английские арбитры не будут. Ждать, если команды готовы, почему нет, время позднее, в Москве так совсем поздно, говоря уже о городах, которые ближе к Азии расположены, в самой Азии, там уже рано на самом деле. Сейчас стартует вторая половина встречи, разыграли мяч киприоты в центре, сразу полетели в атаку, но здесь Сергей Алборов. Ну вот смотрите, стартовый состав из сборной России, Марат Махмутов секунд 15 провел на поле, успел сделать практически голевую передачу, у Панова удар не получился, ну и вот стартовый состав. Интересно, ну, наверное, правильно сейчас заново нужно войти в игру, чтобы, не дай бог, киприоты быстрым голом не отметились, не вернулись в этот матч, не почувствовали, что могут добиться положительного для себя результата, а ничья, конечно, будет для сборной Кипра здесь результатом абсолютно положительным. Меркулов жестко здесь борется с Киприано. Киприано разворачивается, бьет из-под защитников. От ворот никого мяч не задел. Ульянов на шпагат там сел, закрыл ближний угол. Мне показалось, все-таки был рикошет от Алборова, но Стюарт показал иначе, показал на удар от ворот, и Янов входит на Меркулова, то скидочка на Ковальчука, опережает того в последний момент, буквально Арестис Христодолу, и Ваут мяч убивает, Смирнов на Лихобабенко, пока мы на голову не бросаем мячи, как раз на прошлом мини-евро Лихобабенко Смирнову так вот бросил в игре с Хорватией,
полуфинале. Алексей сейчас сравнял. И матч перейдем к серии пенальти, где мы проиграли. Сейчас не было фола, а Меркул слишком красиво падал. То есть нарушение, на мой взгляд, было. Но я понимаю английского арбитра. Показывает то, что не только что высока планка, единоборство, планка допуска, но и не надо перед ним картинных падений устраивать. Удар уверенно Ульянов переводит мяч на угловой. Разыгрывают киприоты. Леотатис, Халимошкин уже появился на поле вместо Меркулова как раз. Сейчас, наверное, почаще будут выходить наши сборные замены. Ждут все своего шанса, все хотят играть, конечно же. Удар Леотатиса из-под Халимошкина. Тот то ли блокировал удар, то ли катился, но допустили это. Англичане здесь вообще очень жестко все с подкатами на бумаге и совсем не так на практике. Дмитрий Ратников меняет сейчас Максима Ковальчука. Короткий получится отрезок у капитана. Во втором тайме! Не знаю, будет ли он еще на поле. Сейчас он догоняет мяч после скидки Халимошкина. И как раз вместо аута устраивает отправление снаряд за лицевую. Но тут здесь не у наших ворот это было, а у чужих. Поэтому от ворот вынет Киприот. А здесь угловой Леотатис зарабатывает. Ратников что-то уже заменил. Боковой хотят бросать сборные Кипра, я их понимаю, но надо с угла мяч подать. Россия снова раздается под сводами арены. Евангелу на Леотатиса. Там Киприану на Ульянова бросается. Ульянов показывает, что был фол, забирает мяч. Арбитр английский показывает. Да, Алексею, что фол был, но мяч же у тебя, можешь играть. И на Ратникова бросок. То, что просил тренерский штаб сейчас. Как здорово, Халимошкин, Ратников, гол! 4-0, ну какой же гол нарисовали сейчас футболисты сборной России. Просто блестяще! Просто блестяще! Вот Алексея Ульянова на форварда. Если есть открывание впереди, именно это просил делать Дмитрий Смирнов. Как Ратников зацепился, как добежал Халимошкин, сделал передачу. Ну и с таким хладнокровием сейчас Дмитрий все решил. Киприотов замены по ходу игры 4-0. Ну давайте забивать больше, пока есть возможность. Пока получается, а здесь аут в нашу пользу. Ну и хотелось бы все-таки сейчас увидеть уже футболистов, которые еще не играли. Сегодня нашей сборной, да, конечно, Дмитрий Ратников блестящий матч выдает. Забил уже трижды, но есть и другие. И они тоже хотят играть, и счет 4-0 позволяет. Впрочем, у Дмитрия Смирнова своя программа, свой план. Завтра нам играть в 15 часов со сборной Латвии, которая сегодня смотрит, может быть, не в полном составе, но наблюдает за этой игрой. Я вот на них смотрю, прямо напротив меня они располагаются. Кислые довольно лица, можно их понять. Алексей Смирнов Халимошкину. Халимошкин, здорово, он как рыба в воде себя чувствует в этой игре. Честно говоря, я не уверен, потому что именно так Андрей заиграет. Очень скромный парень из Курска, но посмотрите, действительно очень уверенно он играет и здорово вошел. Уже кривую передачу сделал, до этого штангу в первом тайме попал, и просто смотрится здорово. Ну а пока у нас Валерий Лихоленко, кстати, на Нисимов поменяет, наверное, в следующей паузе, даже в этой. Нет, все-таки вводит Смирнов за боковой мяч в игру. Ратник не сумел зацепиться, потому что достаточно жестко его Христодулу встретил. Уже Ратников встречает Христодулу, помогает он Анисимову перехватить мяч, пытается на него же сыграть. Аут зарабатывает, Христодулу вцепился здесь зубами в Дмитрия. Ну да, Анисимов вышел вместо Лихобабенко. Снова пока у нас новых лиц во втором тайме нет на поле, хотя замен много. Сыграно 5 минут. Ждем, когда появятся другие ребята. А здесь мы на удар бросаем. Смирнов на Ратникова не попадает. А Дмитрий уж как-то слишком легко. Тот самый Христодулу, который двух эпизодов так зубами вгрызался в борьбу, отдает мяч спокойно Ратникову. То есть позволяет ему спокойно пробить. Чем Дмитрий пользуется, но не попадает. Алборов поле покидает и выходит Максим Ходин. Футболист, который, наверное, сейчас сразу два города представляет. Санкт-Петербург, ФК «Золотой», за который он вместе с Константином Анисимовым выступает. И Саратов. Он играл за саратовское «Динамо» на Кубке чемпионата России.
Ну вот на последнем Кубке России уже золотой представлял действующий чемпион России Максим Ходин. В Саратове он за «Прогресс» играл, за «Облгаз». Богатая его карьера. Ну и вот настолько он был хорош, причем не только на чемпионате России, где получил звание лучшего игрока, будучи защитником, что редкость, но и уже на сборах, что Денис Щукин, один из тренеров российской сборной, главный тренер ФК «Золотой», пригласил, обладая такой финансовой возможностью, благодаря ювелирному центру «Золотой», который держит команду, пригласил в Санкт-Петербург Максима Ходина, куда уже и жена его переехала, здесь он получил работу, здесь учится, и здесь он играет за футбольный клуб «Золотой», вот так бывает. Ну, «Золотой» на самом деле свое название оправдывает, в том числе и в Санкт-Петербургской суперлиге, организованной Олег Рома компанией. Первый круг заканчивается, «Золотой» там без поражений, всего лишь две ничьи. Ну, а Ходин в перехвате сейчас получит мяч. Ну, пас не самый удобный уже, но Ходин до мяча добрался. Правда, у Леотатиса борьбу не выиграл. Здесь уже Ратников вступает. Фола не было. Англичане, конечно, ждут здесь бороться, но и Ратников не нарушал правила. Играет на Ходина, тут пропускает на Анисимова. Отлично у них взаимопонимание. Смирнов, Халимошкин. И я вижу Алексей Павленко. Пока не в зоне замены, но рядом с Дмитрием Смирновым. Дебют Алексея Павленко сейчас состоится. Футболиста западной Спарты. Московской западной Спарты. Футболиста пляжного московского «Динамо». Я знаю, что следят динамовцы за этим чемпионатом. Заменит он, наверное, Алексея Смирнова, хотя утверждать не буду. Анисимов, вот его фирменная обводка, пока еще не все свои чудеса организационно демонстрируют. Но все, я думаю, еще никто не видел, уж слишком богато у него арсенал. Кипр совсем без мяча. После того, как сборная России успокоилась, наверное, зрителям даже в какой-то мере смотреть не так интересно. Матч стал. Халимошкин пытался на Ратникова скинуть, не получилось. И Павленко готов вступить в игру. Дождемся паузы. Халимошкин попроще играет. Валов мяч убивает. Вот он, восьмой номер сборной России. Суровый курский паренек. И его, похоже, заменят Павленко. Ну, наверное, на нашем мяче это будет правильно. Леотатис против Халимошкина. Бьет Леотатис. Здесь Ульянов очень спокоен. Если так пойдет, может быть, мы и Руслана Сафарова сегодня увидим. 4-0 все-таки счет. Ульянов, длинная передача, но, похоже, на удар было. Халимошкин заменился по ходу игры. Павленко, который вообще как защитник здесь заявлен на турнире, в данном случае в полузащиту вышел, но он игрок универсальный. И в Спарте, где он является капитаном, все-таки в полузащите играет. В формате 6 на 6 он может играть везде. Ходим в подкате. Разрешают английские арбитры сейчас этот подкат, хотя он был достаточно очевидным. И я вижу Иван Рудобелец, лучший форвард чемпионата России, который в Волжском прошел, форвард саратовского «Динамо», никуда не переходивший из этой команды, появится на поле. У киприотов тоже будет очередная замена, но, впрочем, Неофита Стеодора уже играл, даже его называли мы в этом репортаже. Ну и Дмитрий Ратников, Рудобелец меняет, Иван Рудобелец заплатитель сумасшедшего удара, а это Алексей Павленко был на наших экранах, теперь Алексей Ульянов. Рудобелец сразу же вступает в отбор жестко, но мяч вырвать не получилось. Правда, здесь Константин Анисимов не позволяет киприотам на нашу половину мяч направить. Не знаю даже, что лучше, стартовать так, как мы стартовали на прошлом чемпионате Европы, или вот как мы сейчас стартуем. Но в любом случае, это 3 очка, это уверенная победа. Нет сомнений, что за 10 минут Россия ничего здесь не потеряет, а скорее даже приумножит. Отлично играет Ходин, Рудобелец цепляется. Перемудрил немножко Иван, может быть, надо было скинуть мяч на того же Павленко. Леотатис, Алексей Смирнов, он без замены играет, здорово действует. Наверное, если Макутов появится во втором тайме, то Алексея Смирнова. Он как раз заменит, кто у нас не выходил. Да выходили все. Все 13 полевых игроков, и лишь Руслан Сафаров пока на поле не появлялся. Может быть, и появится, не знаю. Потому что вряд ли Алексей Ульянов в следующем матче Сафарова место в воротах уступит. Первый номер у нас в сборной достаточно очевидный. Анисимов в обыгрыш идет. Леотатис в обороне отрабатывает и заправляет мяч куда подальше. И Марат Махмутов, да, Алексей Смирнова он меняет. Но здесь несложно было просчитать. Опытный защитник меняет другого опытного. И Константин Анисимов Лихобабенко меняет. Ну, хороший отрезок. Константин провел, может быть, не столь яркий, но достаточно активно он действовал, но Алихабенко пора было вернуться в игру. Вперед, Россия, мы с тобой. У нас скандируют болельщики, у которых
множество флагов. За это сборная отдельное спасибо компании «Совспорт» выражает эту благодарность, спасибо говорит, потому что в авральном режиме взялся «Совспорт» исполнить заказ, достаточно масштабный, и выполнил его с блеском. Спасибо еще раз. Ну а пока у нас Ходин бросает из-за боковой. Махмутов. Ну, очень-очень все спокойно. Может быть, мне даже немножко неинтересно комментировать матч, но зато очень приятно смотреть на игру сборной России. Все хорошо. Хотелось бы еще голов только. Ну и, конечно же, не пропускать. Пропускать нам совсем не надо. Ходин хорош в отборе, поддерживает атаку. Он блестяще умеет подключаться. Получает Лихобабенко. У Ходина отличная левая нога. Может быть, не хуже, чем у Валерия Лихобабенко. Простите, уже Крамолу. Но, правда, на этот раз удар не получился. Не попала передача ему в ход. Бить надо, бить надо. И Ходин бьет. Сейчас он же сыграет на перехвате. Нет, оставит мяч Павленко. У Алексея тоже удар отличный, но он делает пас и гол! Ну а кто забил? Павленко или Рудобелец? Посмотрим, что объявит арбитр. Посмотрим повтор. Забил Алексей Павленко. Я вижу, что показывает Беннон. Ну и вот так вот передача. Алексей забивает, но тут, похоже, Иван Рудобелец еще и зряче пропускал. Да, Иван. А может быть, подправлял все-таки. Я не знаю, в любом случае, отлично. Пятый мяч в воротах. Иван Рудобельца отметим снова. Сейчас он получает от Ульянова передачу. Цепляется за мяч. Ищет кому отдать, но вынужден Ульянова мяч возвращать. Вот так вот в стенку они сыграли. Можно так это обозначить. 33 минуты прошло. 5-0. Давайте еще. Давайте еще. Почему нет? Махмутов на Ходина. Максим возвращает Марату. У Марата тоже отличный удар. Может, его проверить. Но сейчас передача на Павленко. На Рудобельца. Павленко играет не очень удачно. Может быть, попроще. Хоть и небольшой прессинг был со стороны киприотов, но не настолько он был внушительный. Надо поменять мяч. Защиты он там улетел. И работница стадиона за ним пошла. Ну а киприот замену проводит. И за боковой будут бросать. Ну что, если Руслану Сафарову выйти на поле вместо вот этого человека, вместо Алексея Ульянова, то, наверное, еще полторы минуты на это есть, потому что меньше эти минуты, наверное, смысла нет Сафарову представлять. Может быть, он там с этим не согласится. Павленко на Рудобельца, Рудобелец Махмутова, и тот на дальнюю пытался загрузить на Лихобабенко. Не получилось, вряд ли бил сейчас Марат. В прошлом футболист московского «Торпеда». У нас во втором тайме Панов еще не играл. Это следствие того, что счет у нас крупный, и поэтому Рудобельцу дали побольше времени, поскольку он не выходил в первом тайме, поскольку он дебютант. Наверное, будь игра более напряженная, может быть, вообще Иван бы не появился на поле. А так он приобрел этот важный опыт. Открывается он неплохо, но киприоты хорошо перекрыли адрес. Правда, Россия все равно мяч, естественно, сохранила. Махмутов на Рудобельца сложную передачу задумал, имел возможность, имеет право сборной России так поиграть. Тем более, что мяч, смотрите, сохраняет, даже несмотря на то, что эта передача не прошла. Ходин на Ульянова. Лихобабенко. Жаль, что нет у нас статистики владения мячом. Я думаю, что к 80% приближается у наших ребят владение. Махмутов, конечно, бил, но там едва Рудобелец не подправил мяч в ворота. Как его называют, ну, либо в Саратове, либо Александр Азаркин, футболист саратовского «Динамо», Трудобелец. Я полностью согласен. Действительно, очень много трудится этот футболист. Сейчас смотрите, какую передачу он Лихобабенко дает между ног киприоту. Но не будем просить киприота поставить пиво, потому что не будет сборной России пить после сегодняшнего матча. Завтра играть достаточно рано. Чуть-чуть не забили мы шестой мяч. Сейчас киприоты пытаются организовать контратаку. Ничего у них не получается. Шведой вырезает Ульянов. Немножко дыр-дыр. Голкиперы устроили. Ходит мяч, пустил на землю. Лихобабенко переводит на Павленко. Алексей, что придумает у нас? Александр Панов готовится вступить в игру. На последний игровой отрезок Павленко. В прыжке бил после отмены передачи Ходина. Чуть-чуть не попал. Может быть, даже штангу там мяч зацепил. Сейчас посмотрим повтор. Ну, по крайней мере, в ворота он попал с внешней стороны. Александр Панов в игре. Александр забил как раз вот уже в эти минуты, в концовке матча в Греции, в первом туре против Германии. Тогда этот мяч был единственным. Сейчас, если забьет, то этот мяч станет шестым для сборной России. Ошибается Лихобабенко. Момент у киприотов, перекладина. Опасно было сейчас, и Валерий придумал, конечно, зря. Евангелов перекладину попал, а здесь Панов не получился обработать, но угловой. Угловой Александр для сборной России выцарапал, выгрыз. Киприану возвращается в игру
сборной Кипра. Сборная России разыграет через дом. Павленко на Лихобабенко. Павленко сейчас в обороне действует. Но это по ситуации. Ходин просто пошел выше. Махмутов. Павленко. Ходин на любимом левом краю. Махмутов будет бить. Нет, неудобно. И штрафной зарабатывает. Даже не аут. Кипряну извиняется. Достаточно спокойный, не грубый у нас матч. Халимошкин, Павленко меняет. Меркулова берегут. Все правильно. Лихобабенко. Для него точка отменная. С левой ноги будет либо бить, либо передачу делать. Посмотрим, что придумает Валерий. Подвигает стенку арбитр. Не сказать, что она полностью уходит его команду. Сейчас чуть-чуть подходит. Но ничего страшного. Катит на Махмутова. Лихобабенко не очень удобно под левую Марату. Он ждал под правую. Такое ощущение. Не попадает в двор. Свалит с мяч ноги. Вот еще раз посмотрим этот момент. Не доигрывает сборная России этот матч. Не доигрывает. Играет до конца. Ну и правильно. Да и у нас даже в сборной конкуренция высокая. Каждый готов сыграть. Все хотят это делать. Уже само попадание на чемпионат Европы, это, конечно, серьезно, но не для галочки же в сборную пробивались эти футболисты. 5 новичков по сравнению с чемпионатом Европы в Греции. Халимошкин как играет, Андрей блестяще действует. Футболист из Курска, правда, сейчас благодаря отменам действий Леотатиса Кипр от ворот заработал, не получил заработать угловой у сборной России. Ничего страшного, Ульянов не берет мяч в руки. Играет он ногами. Лихобабенко своей радиоуправляемой передачи. Панов, а вот сейчас он на обратную передачу Халимошкина за нее зацепиться не сумел. Кипр с мячом. Ходин на опережение. Панову нужно помочь. Не будет никакого нарушения правил. Лихобабенко. Халимошкин куда откроется? Откроется в ширину. Получает мяч, сохраняет его в поле. Отдает Махмутову. Махмутов уже в сторону ворот, заработает угловой и зарабатывает. Не зарабатывает, но там был угловой, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Александр Панов уступает свое место Максиму Ковальчуку. Он тоже заслуживает игрового времени, но 4 форварда это очень много, но все они нужны команде, все они играют. Конечно, сегодня герой Дмитрий Ратников. Он забил 3, причем здорово играл, мог забить еще столько же, наверное. Но именно он открыл счет в этом матче и стал на данный момент лучшим бомбардиром турнира. 3 не забивал никто. Еще пока здесь. Удар Леотатиса! Поставляет, по-моему, ногу Ходин. По-моему, даже Ульянов там не кинулся до мяча, хотя и крыл он угол, но было опасно. Ходин разводит руками. Это у нас повтор, давайте посмотрим. Пока у нас момент еще у сборной Кипра. Нет, Ульянов там спас. А здесь Ковальчук на скорости в борьбе с Леотатисом остановил его. Десятка. 10 номер сборной Кипра. Последняя минута. Не думаю я, что добавит арбитры вообще что-либо. 5-0. А сборная России может в последнюю атаку идет. Ковальчук сохраняет мяч. Бьет и забивает Максим. 3 в первом, 3 во втором. Капитан команды не забил там в Греции. Хотя очень полезно играл. Отдал несколько голевых передач. А сейчас он забивает. Какой шикарный гол в исполнении Максима Ковальчука. Ну и передача Валерия Лихобабенко. Конфетка, это изюм. Ну а в стиле Андрея Тихонова, я бы сказал. Сыграл Максим Ковальчук и финальный свисток. 11 секунд переиграли сборные Кипра и России. И лишь потому, что надо было разыграть Кипрёта в центр поля. По 3 гола в каждом из таймов сборная России загрузила сопернику и отправляется команде главного тренера. Причем и без нее бы, наверное, это сделала. Благодарить болельщиков. Молодцы, молодцы. Сканируют трибуны. Вот они, вот они. Болельщики. Не только те, кто приехали с LPL Travel сюда. Здесь очень много и просто туристов. Хотя вроде бы не сезон в Черногории. Погода приятная, но не все-таки отпускная, не летняя. Но и вот они тоже сюда пришли болеть, несмотря на то, что полночь уже по местному времени была на момент начала матча, а сейчас уже и 0:47. Россия, Россия, очень приятно это слышать, очень приятное начало, 6-0, самая крупная пока победа турнира. Испания 3-0 выиграла у Чехии, но крупным этот успех тяжело назвать, потому что все было в борьбе, а здесь мы выиграли здорово. Ульянов там еще о чем-то оживленно поговорил с Валерием Лихобабенко. Вот так вот обсудили игровые моменты.
Ну и будем на этом закругляться. Первый день мини-евро завершен. Завтра в 15:00 по местному времени, в 17:00 по Москве матч Россия-Латвия. А до этого, прямо перед этой игрой, сыграют Германия и Кипр. Эту встречу я, конечно, для вас не прокомментирую, но а на игре Россия-Латвия вы меня снова услышите в саммари лучших моментов. Я, Александр Сидов, с вами прощаюсь. Развивайте спорт в себе и себя в спорте. До новых встреч в эфире. Ближайшее уже завтра. До свидания. This is